Так, ну что, мы ехали-ехали, проехали городочек Сен-Жиль-Круа-де-Ви, и сейчас держим путь в сторону города Сабль-де-Лонь, но до него не доедем, сами где-нибудь скоро в кемпинге. Вот сейчас у нас перерыв на обед, едем красивой дорогой вдоль берега моря, и заехали просто на суперскую детскую площадку. Столик наш в тени, это просто зашибись. Пузёхи, как дела? Тебе хорошо? Девчонки очень хорошо ехали, вообще молодцы. Да, тут оборудовано все более чем, вот там лазить не перелазить на самом деле. Местечко более чем классное. Пойдете лазить, Варюха? Будете качаться? Хорошо. Ну а у нас сейчас обед. Мама покачает, я сготовлю. Потом чуть-чуть проедем в кемп. Ну давай, как ты сама умеешь. Сильнее можно. И раскачивайся туда-сюда. Молодец. Так, аккуратно. Надо макароны поменьше резать, да? Варюх, ты когда съешь, что получишь? Мороженое хлеб. А ты когда съешь, что получишь? Молочный хлеб. Молочный хлеб, правильно. Молодцы. Кто первый получит молочный хлеб? Я. Варька, ты получишь первый молочный хлеб? Да. Не торопись, папа. Кушай аккуратно. Что ж, скажи, столы так далеко, да? Да. Сейчас тебе поможем. Очень нравится. Пошли, пока-пока. Я тебя ловлю.
Так, сегодня воскресенье. Заехали мы в кемпинг близ городка Сабль-Долёнь. В тот кемпинг, который я хотел, мы немножко не доехали, но в принципе это было понятно. Девчонки как бы во второй половине практически не едут. То есть вот то, что за время сна проехали, ну там можно прибавить после обеда 5-7 километров и как бы все. То есть да, больше особо они не выдерживают, ну мы особо и не неволим. Оказался кемпинг довольно прикольный. Системы Flowers. Мы в том году были на Уаре. Неплохие кемпы. Вот здесь ценник. Вот до этого мы стояли 16 евро. Был самый бюджетный вообще кемпинг. Здесь ценник 30-ник. Но зато здесь два бассейна. Открытый и крытый. Есть горки водные, аттракционы. Девчонкам все понравилось. Тот, который крытый, подогреваемая вода. Все здорово. А вот как бы под палатки вот такие вот у них здесь места. Вот наше место с электричеством, заряжаемся. А столов у них, значит, не было. Я попросил на ресепшн, рабочий товарищ меня привез на машине стол, 4 стула, очень удобно. Все, все мы кушаем. Так, поскольку сегодня воскресенье, то мясо нам живого купить не довелось. Вот мы купили с собой у нас это самое... Продукты Гала-Гала мы немножко взяли. С кем папа разговаривает? Папа разговаривает с камерой. Да, девчонок теперь, когда я так говорю, всегда вопрос, с кем папа разговаривает? Может, они думают, это скайп. Ну, короче говоря, взяли мы немножко сушеного мяса и пробовали еще московский борщ Гала-Гала. Мне лично очень понравилось, очень вкусно. Но девчонки что-то там, ну, поскольку там жевать так надо, они особо не впечатлились, но немножко поели. Вот сейчас едим мясо. Вот, так что немножко похолодало, вот я уже как бы, вот я уже и в ботинках, и в полных брюках, так что вот так, все у нас хорошо, немножко ночью было прохладно, но мы палатку целиком до сих пор еще не застегивали, просто спальники чуть получше укутались, то есть так, чтобы так прям конкретно холодно, еще такого нет. Единственное, кемпинг, в который мы заехали, он такой немножко вдалеке от моря, он... Немножко такой рядом с речкой, там рядом с речкой немножко болотца и маленькие комары. Вот. Ну, мне не проблема, а Светка не любит. Ну, это так, мелочи. Ну, а так все нормально. Все у нас. Попрыгали мы на этих, да, на горках поскакали, покупались. Еще батут тут есть. Ну, в общем, для детей полное раздолье. Вот. Такое завершение дня. Ладно, всем пока.